Глухо спит война, полночь холодна, ветер гудит, как струна. Сердце, не грусти, птица, прочь лети, пуля вдали просвисти. Сердце, не грусти, птица, прочь лети, пуля вдали просвисти. Много сотен дней, только храп коней, отблеск тревожных огней. Горе и беда сгинут навсегда, плечи расправят года. Горе и беда сгинут навсегда, плечи расправят года. Живее, живее! Пошевеливайтесь! Поторопитесь! Господин Кудасов! Господин Кудасов, чекисты! Великие воины ислама! Во имя Аллаха! Гоните эту красную сволочь с нашей родной земли! За мной! Вперед! Вперед! Thank you.
мерзавцы! Трусливые шакалы! Назад, мерзавцы, назад! Читал я ваши заявления. Отставку подаете. Учиться хотите. И я мечтаю увидеть вас образованными людьми. Но с этим придется пока обождать. Дело предстоит серьезное. Вы только не подумайте, что кроме вас некому бороться с врагом. Речь идет о ваших старых знакомых. Садитесь, ребята. Подвинь, Лешка. Узнаете? Овечкин. Штабс-капитан Врангелевской армии. Живет в Париже и мечтает вернуться в Россию. Да у него же руки по локоть в крови. Еще один заблудший волк в овечьей шкуре. Атаман Бурнаш тоже мечтает вернуться. Нельзя этого допускать, Иван Федорович. Еще один знакомый. Полковник Кудасов, начальник контрразведки армии Врангеля. Раскаялся и просит разрешения на въезд. А это мсье Нарышкин. Его дело оказалось в архивах царской охранки. Прочти, Валера. Пан Борислав Стишальский, он же Владимир Сухоруков, он же Феликс Ройтнер, он же князь Семен Пуховдульский, он же граф Степан Нарышкин. Где он родился, неизвестно. Детство провел в Одессе. Образование 3 класса начальной школы при тюрьме. Профессиональный вор, единственный в своем роде специалист по краже дворцовых ценностей. В 1916 году был приговорен к каторге за попытку похитить царский скипетр со знаменитым алмазом орлов.
До этого неоднократно совершал кражи в Зимнем дворце, оружейной палате и Эрмитаже, но ни разу не был пойман на месте преступления. Живет в эмиграции, зарабатывая на хлеб трюками на Эйфелевой башне. Тоже мечтает вернуться. Но ведь это настоящие враги, Иван Федорович. И я не верю в их раскаяние. Овечкин – крупная фигура в белоэмигрантском центре. Там до сих пор рождаются бредовые планы реставрации царской России. Зачем же они сюда едут, Иван Федорович? Вот это мы с вами и должны выяснить. Мадемуазель, мадам, месье, русский самоубийца. Единственный неповторимый аттракцион — русский самоубийца. Всего за несколько франков, мадам, месье, самоубийца пройдет на руках по всему парапету. Единственный неповторимый аттракцион — русский самоубийца. Русские то и дело летят с башни вниз головой. Иммигранты доведены до отчаяния и способны на все, мадам. Это романтично. Да-да, мадам. Когда был последний случай падения с башни? 12 июня, месье. До этого 14 мая. До этого 11 февраля. До этого 4 ноября, до этого 27 декабря. У вас хорошая память. Я феномен, месье. У меня необыкновенная память. Я помню все, что видел и слышал в жизни, месье. О, это очень удачно. По теории вероятности, скоро кто-нибудь опять упадет. Я буду ждать. Это колоссальный сюжет для снимка. Всего 5 франков. За 5 франков самоубийца пройдет по всему парапету. 5 франков, мадам, месье, испытайте ваши нервы. Оркестр... Вот он. Приветствую самоубийцу. Мадемуазель, мадам, месье, испытайте ваши нервы. Всего за 5 франков самоубийца пройдет по всему парапету. Прошу вас, мадам, месье, всего 5 франков. Успокойтесь, мадам, и прошу вас, испытайте ваши нервы. Это стоит всего 5 франков. За 5 франков он пройдет по всему парапету. Как это романтично. Ну? Я буду ждать. Всего 5 франков, мадам, месье. Merci beaucoup, merci, merci. Мадемуазель, всего 5 франков за этот смертельный номер. Вы были свидетелями того, как сон выйдет по всему парапету на руках. 5 франков, всего 5 франков, мадам, месье. Браво, Гагацкори! Merci, мадам. Браво, Батону! Браво! Merci, мадам. Молодец! Молодец, Нарышкин, здорово! Поздравляю вас, князь. Есть возможность вернуться к старой работе. К черту старую работу, Нарышкин. Вам предстоит сыграть решающую роль в истории. Не смешите, Овечкин. На 1 августа назначена коронация русского царя. К черту коронацию. Скажите, господа, когда мы поедем в Россию? Мы ждем визы. Что я должен сделать? Украсть большую императорскую корону. Вернее, возвратить ее законному владельцу. Нарышкин, мы преследуем благородные цели. А я что говорю? Тише. Я к вашим услугам, господа. Молодец! Проведет суйк! Ваше здоровье, князь. Их высочество – претенденты на российский престол. Пусть сходят по одному.
Россия гибнет, мусье. Надо что-то делать. Прошу. Народ ждет царя. А трон, мой трон, пустует. Вы совершенно правы, ваше высочество. Настало время совершить решительный поступок. Например, короноваться. Короноваться? В Париже? Ну, верните вашим подданным веру в идею. Пусть весь мир знает, что русский престол в эмиграции непоколебим. Это мне нравится. Пусть весь мир узнает. Я могу рассчитывать на вашу поддержку? Несомненно, месье. Пусть знают все. Пусть весь мир узнает. Пусть знают все. Я боюсь вас. Бонжур, месье Дюк. А? Вот. Вот, пожалуйста, послушайте. Нет, послушайте. Вы слышите? А что он вам здесь говорил? Что он плел этот мой кузен, этот самозванец, это ничтожество. Вот доказательство. Реликвия дома Романовых, подлинный брегет. Вот. Идут. Ну, écoutez moi, mon cher ami. Mit своя огонь, вы comprenez. Русский престол принадлежит мне и только мне. Сигару. Вот, пожалуйста, все. Сигару, ваше высочество. Что? Где? Корона Российской империи должна что? Одним словом, она должна быть здесь, вот тут, на этом месте. А выбор между вами сделает сама история. Да. Помогите ей сделать правильный выбор. Но вы мне должны помочь, месье. Конечно. Вы можете рассчитывать на мою помощь. Тронут. Весьма. Вот, подлинный бригет. В неоплатном долгу. Пардон. Пардон. Подлинный бригет. Скажите, месье Овечкин, разрешение на въезд получено? Еще нет. А вы не отчаивайтесь, мой друг. Так или иначе, мы вас в Россию переправим. Ну, а вы решили, кто будет короноваться? Из всех претендентов я выбрал двух. Кстати, вы их знаете. Как, неужели эти два авантюриста? Они же не из царской семьи. Это не имеет никакого значения. Эмиграция не поверит в них. А это вопрос рекламы. За небольшую плату их высочества будут шумно бороться за престол. А нам нужно, чтобы вокруг коронации было как можно больше шуму. Хорошо. Как должен себя вести с ними я? Войдите в их доверие. Участвуйте в их скандалах, попойках. Побольше шуму, месье Овечкин. Побольше шуму. Император! Господа! Император! Его величество, император всероссийский! Браво! Его величеству императору всероссийскому слава! Ура! Ура! Слава! Ура! Благодарю вас, друг! Ура! Браво! Мадам? Скажите, мсье, что теперь все русские живут в Париже? Да, мадам. Но кто же там борется с большевиками? Теперь никто, мадам. Я всегда говорила своему мужу Джо. Пока ты играл в бридж, в мире что-то произошло. Вы правы, мадам. Господа, несравненная Аграфена Заволжская! Вы
Возил меня полковник за кордон. Был он бледный, как покойник, миль пардон. Говорил он всю дорогу о Руси. Живы мы, и слава богу, гран мерси. Извините, мсье полковник, чем стареть? Может, лучше за Россию умереть? Ради чести и престижа не шучу. Он ответил, что я рыжий не хочу. Между прочим, сам Керенский за кордон перебрался в платье женское, миль пардон, сбросив женскую одежду и корсет. Мне высказывал надежды тет-а-тет. Извините, мсье Керенский, чем стареть? Может, лучше за Россию умереть? Ради чести и престижа не шучу. Он смеется, что я рыжий не хочу. Решили перебраться за кордон, чтобы жизнью наслаждаться, миль пардон, чтобы с ветреной кокеткой пить вино, а с блондинкой или с брюнеткой все равно. С этого бьем ведь лучше, кстати, чем стареть, у красавицы в объятиях умереть. Надо к счастью быть поближе и к любви, не в России, так в Париже. Сей! Ля! Давно уже там. Кто, ваше высочество? Мой кузен. Около часа, ваше высочество. Ну и как его встречает народ? Народ его приветствует, ваше высочество. Мой народ. Невероятно. Полковник, я был прав. Эту мерзавца давно надо было повесить. Император Всероссийский! Ein Moment! Bitte! Danke! Все-таки, месье Дюк, неужели нельзя было найти более подходящих людей? Они же законченные кретины. Мой юный друг, вы не оцениваете ситуацию. Они верят в то, что играют. Актер всегда хорош, когда он верит. Не позорьте фамилии, кузен. Самозванец. Так. Вперед!
мне Пегги летом в Париже скука. А я ему сказала: Джон, ты дурак. Я была права. Вы были правы, мадам. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь! Господа полицейские, прошу вас, вмешайтесь. Они же убьют друг друга. Вы слышите? Молю вас! Я говорил, я предупреждал. Я говорил, вот что бывает, когда нет меня власти, я говорил, я предупреждал. Подтвердите, прошу вас. Я говорил, я их предупреждал. Поехали! Боже мой! Остановитесь, безумцы! Воды, воды! О чем задумались, Петр Сергеевич? Вас волнует свидание с Родиной? Слишком легко они дали разрешение на въезд. Месье Дюк считает, что вас забыли в России? Поручик, он не знает чекистов. Сомневаетесь в успехе? Нисколько. Сидюка волнует кандидатура Кудасова. То есть? Его близость к барону Врангелю. Он считает, что Кудасов слишком заметная личность для чекистов. Я все понял. Прекрасно. Теперь относительно вознаграждения. Месье Дюк просил передать, что в случае успеха... Передайте месье Дюку, что я это делаю не ради денег. Я часто задаю себе вопрос, Петр Сергеевич. А зачем это мы все делаем, если не ради денег? Во имя убеждений. Мои убеждения, поручик, как, впрочем, и все самое святое, остались в прошлом. Вот во имя этого прошлого. Под окошком ветер, облетевший тополь, серебристый светел, дальний плач тальянки, голос одинокой и такой родимый.
такой далекой. Плачет и смеется песня лиховая. Где ты, моя липа, липа вековая? Я и сам когда-то в праздник с позаранку выходил к любимой, развернув тальянку. А теперь я, милой, ничего не значу. Под чужую песню и смеюсь, и плачу. Четверо отважных людей, героев, Вугомбране, героев, готовы к тому, чтобы, пробравшись к большевикам, похитить корону Российской империи и доставить ее сюда, к нам, в Париж. Корона. Корона – это символ самодержавия, и возвращение нам пробудит надежду в сердцах патриотов за успех. Но, берегите себя, господа, и да поможет вам Бог. Это вам. Но главное, что же главное? Главное, чтобы об этой операции не узнал этот самозванец, мой кузен. Прошу, с Богом. Символично. Это символично, господа. Часы дома Романовых предвещают только победу. Под этот звон начинается новый этап. Развитие истории русской монархии. Мне, пожалуйста, яблочко. Между прочим, сам Керенский... С Богом! Перебрался в платье женское, миль пардон. Сбросив женскую одежду и корсет, мне высказывал надежды тет-а-тет. Извините, мсье Керенский, чем стареть? Может, лучше за Россию умереть? Ради чести и престижа не шучу. Он смеется, что я рыжий, не? А вы им доверяете, ваше высочество? Да. У российского трона нет более надежной опоры. Какая душка, а? Вугомбране? Аграфена Вольфаун. К тому же я применил старый фамильный прием. Поручил каждому из них следить за своим товарищем. Все же сволочи! Медам, месье, делайте вашу игру. Я поставил на красный. Делайте вашу игру, медам, месье. И что из этого вышло? Делайте игру. Исаул Орлов выиграл 1500. Прошу вас, медам, месье, делайте игру. А что сегодня выходило за руку? Не
пожалуйста. Zero. Делайте вашу игру. Корону привезем к 1 августа. Игра сделана, ставок больше нет. Короноваться должен я, а не лысый, безусловно. Привезешь корону, золочу. Польшу подарю. Хочешь Польшу? Хочу, ваше величество. Может быть, лучше Кавказ, ваше величество. Кавказ? Ни в коем случае. Храни тебя, Господь. Бульвар Сен-Дени. Бульвар Сен-Дени. Добрый вечер. Тихо. Полковник, мы же обокрали двух императоров. Ай-яй-яй. Опусти лапу и улыбайся. Ну? Господа, произошло недоразумение. Я вам сейчас все объясню. Ну, заткнись. Видите ли? Поехали. Куда вы меня везете, господа? Послушайте, Овечкин, в короне 5000 бриллиантов. За нее можно получить $1 000 000. Россия не простит мне сговора с предателем. Какая Россия, штабс-капитан? Это там в ресторане Россия? Это мы с вами Россия? Лапы убери! Россия! Не смешно, Овечкин. Неужели вы действительно хотите вернуть корону одному из этих двух дегенератов? Я давно собирался вам сказать, что вы идиот, полковник. Предлагаю 50%. Господа, что вы хотите со мной сделать? Господа, мы остались втроем. Предлагаю по 25%. Господа, давайте договоримся. Ладно, вылазь-ка. Куда? Куда? Договариваться. Thank you.
прибыли вчера в 6:30 на Белорусский вокзал. Нарышкин остановился в Гранд-отеле. До часу ночи сидел в ресторане. Спал до половины 12 утра. Сейчас гуляет по городу. Бурнаш поселился в гостинице на Покровке. В 9 часов утра отправился на биржу извозчиков и устроился на работу. Пол первого вернулся в гостиницу. Через 20 минут вышел в форме балтийского моряка. Овечкин живет с совой. Из номера не выходит. В 11 часов утра попросил номер завтрак. В 11:30 все утренние газеты. А Кудасов не прибыл? А он и не прибудет. Что? Он тяжело ранен в Париже. Лежит в госпитале и в бреду повторяет одно и то же. Корона Российской империи. Во всех эмигрантских газетах появилось сообщение о том, что 1 августа в Париже состоится коронация русского царя. Предположим, они решили короноваться настоящей короной. Большой императорской? Да. Да? Что? Ясно. Потеряли Овечкина. А? Что? Он скрылся от наблюдения. Сосредоточьте все внимание на музее. Думаю, что они скоро пожалуют именно туда. В этих залах, друзья мои, хранятся сокровища русских царей, произведения знаменитых художников и ювелиров. Если бы эти вещи могли говорить, они поведали бы удивительные истории. Общее у них одно. Все они украдены царями у народа. Цена им – нищета и кровь миллионов. Теперь сокровища вернулись к законному владельцу, к вам, друзья мои. Вам решать их судьбу. В стране еще голод и разруха. Не продать ли все это? Сменять на сахар, хлеб, одежду? Нет. Вы этого не сделаете никогда. Вы должны сохранить сокровища, потому что они неотделимы от истории нашей, истории беды и величия России. На отделку короны пошло 58 очень больших бриллиантов и 1878 мелких. Большой рубин и 75 смотрите, крупных ребята, жемчужин. Нарышкин. Пришел. До коронации Павла I корона была несколько расширена. И атаман здесь. 75 жемчужин заменили. Ишь, вырядился. Четырьмя большими. Большая матросик. Одевалась лишь в исключительных случаях. Например, во время коронации. А это что за тип? Который? Да вот горбун в шляпе. Витрины с короной. Борис Борисович, часовщик. Он дважды в сутки обходит все залы, следит за часами. Ему можно доверять? Безусловно. Где же Овечкин? И прочие императорские регалии объединялись названием драгоценности русской короны. Они представляли собой личность.
не крал. Я не хотел, дядя, отпусти меня. Дядя, я не хотел. Здесь же сигнализация. Положитесь на меня, моншер. Кто велел украсть корону? Я только крышку поднял. Зачем? Дяденька велел, пятерку дал. Какой дяденька? Там, в зале. Где? В зале. Это он? Где? Ну вот стоит с тросточкой, кепка в руках. Нет, не он, не он это. Посмотри внимательнее, может этот, а? Его здесь нету. Точно не этот? Не этот. Ну ты запомнил, какой он, толстый, худой, высокий. Он шею дергал. Как? Как? Овечкин. Овечкин это. Бонжур, дорогой. Извольте говорить пароль. Мы здесь не яблоками торгуем, а делаем политику. К черту политику. Проще, дорогой, проще. Где шеф? Шеф появится в последний момент. Он законсервирован. Законспирирован, вы хотите сказать? Да. Я обеспечиваю безопасность. Вы откроете витрину с короной. Проще говоря, шеф наводчик, вы на шухере, а я горю как свеча. Встречаемся в полночь на месте. На! Ну давай! Ну пошло! Мадам, вы обознались. Нарышкин, это я. Не имею чести. Я Зизи. Пардон, мадам. Вы украли фамильное серебро из моего салона. Но сейчас это не имеет никакого значения. Моя фамилия Фукс. О, шутник. Сбросьте маску. Я фрейлина Зизи. Ваша маленькая Зизи. Мы были с вами на разных полюсах. Но в эти трудные времена мы все должны объединиться. А? Сумасшедшая. А? Ренегат. Где же теперь Нарышкин? В камере предварительного заключения. В милиции извиняются и готовы его выпустить. Глупо все это получилось. Откуда взялась эта дамочка? Фрейлин, Иван Федорович. Фрейлин. Если выпустить Нарышкина, Овечкин сразу заподозрит неладное. Повисла в окне луна уголек, спят Киев и Воронеж, чудак, человек, отдай кошелек, отдай, а то уронишь. Мне бы дьявола коня, да плеточку заветную,
И тогда искать меня в поле не советую. Здравствуйте. Садись, дядя. Да-да. Кто будешь, дядя? Простите, о чем вы? Я говорю, масти какой? Непман? Нет, видите ли, тут произошло чудовищное недоразумение. Кармазон. Да. Простите, что вы сказали? Я говорю, это надолго. Все будет зависеть от обстоятельств. Если люди честные... 6 по рогам. Да. Что вы сказали, простите? Домашним тепло несет из дверей. Шумит большая буря. Я быстро бегу, а пуля быстрее. На то она и пуля. Мне бы дьявола коня, да плеточку советную. И тогда искать меня в поле не советую. Ла-л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 а. А вы тоже надолго? Я цыган, дядя. Я люблю небо, звезды, ветер. А тут мышь. Простите, что вы сказали? Я говорю, мыши тут по ночам здоровые бегают, дядя. Что же делать? Придумаем. Придумаем, дядя. Воды. Воды! Воды! Дайте воды! Воды! Дайте напиться! Воды! Почему кричим? Мыши тут. Мыши. Вперед! Носы, канал, левская! Вперед, товарищи!
Вы, значит, карманник, моншер. И много вам удается извлечь из кармана пролетариата? Шутите, дядя? Ничего. В стране созданы для вас все условия. Голод, разруха. Настоящие люди переживают творческий подъем. Растаскивают музеи, угоняют составы с продовольствием. Не останавливайтесь на достигнутом, юноша. Значит, вы хотите, чтобы я вас взял в дело? Хочу, дядя. Кефер, как говорят французы. Только предупреждаю, я очень недобрый дядя. И у меня чрезвычайно опасное дело. Берем корону сегодня. Начало ровно как в полночь. Как насчет уголовника? Шеф сказал, пусть будет уголовник. Когда появится шеф? В последний момент. Берем корону сегодня. Начало ровно в полночь. Как насчет меня? Шеф сказал, пусть будет уголовник. Какой еще шеф? Он появится в последний момент. Берем корону сегодня, начало ровно в полночь. Как насчет тебя? Шеф сказал, пусть будет уголовник. Шеф? Он появится в последний момент. День добрый, товарищ. Чем могу быть полезен? Мне необходимо проконсультироваться с вами. Милости просим. Буду рад помочь. Могу вас поздравить, товарищ. Вы владеете прекрасным образцом творчества мастеров раннего Ренессанса. Может быть, это кто-нибудь из учеников великого Бенвенуто Челлини. Обратите внимание, мастер, там надпись. Посмотрим, посмотрим. В чем дело? Свет перегорел. Они же вот-вот должны появиться. Ксанка! Ксанка, сбегай в электроузел, живо! Это и есть ваш уголовник. А вы шеф? Шеф на шухере. Морда мне твоя знакомая, парень. Где-то я тебя видел. Нельзя ли помолчать, господа? Thank you.
Где же Овечкин? Украли, господа. Где корона? Увы. Я ни черта не понимаю. Нас одурачили, моншер. Я думаю, шеф пришел не в последний момент. Гриня. Ку-ку. Ку-ку. Спокойно. Часовщик. Кроме него сюда никто не входил. Часовщик Борис Борисович.